Создаем простейший объект в 3D Max. У нас трехмерное окно, сразу же перейдем. Сделаем его весь экран. Create, стандарт примитивы, box. Мышкой тянем кверху. Получился у нас такой кубик Рубик. Далее сделаем его сразу по центру. Можно тянуть. Можно просто выставить параметры внизу. Все сделать по нулям. Высота у нас уже на нуле. Далее модификаторы. Допустим, это будет домик. Высота делаем. Ну, пусть 3 метра. По сторонам 4 на 4. Масштабируем его весь экран. Этим инструментом можно прокрутить, посмотреть. Далее создаем окна, также стандарт примитивы, бокс. Вот примерно такое окно. Можно выставить размеры здесь также. Толщина 0,02. Пользуюсь я 9 Максом, как видно, он у меня англоязычный. Измерения у меня выставлены все в миллиметрах. Теперь это окно нам нужно установить на место. Переходим в двухмерную проекцию, вид сверху. Приближаем колесиком мыши. Вот наше окно. Инструментом сдвигаем его, чтобы окна не мерцали в игре. Его нужно отодвинуть немного от стены. Переходим обратно в трехмерную проекцию. Вот наше окно. Теперь мы его выделим, приподнимем, клонируем, сделаем копию. Теперь у нас уже два окна. Далее аналогично сделаем дверь. Такой же толщины. Немножко неправильно сделал, но мы можем ее повернуть 90 градусов. Переходим снова в двухмерную проекцию. Сдвигаем ее. Как бы узковато, мы можем просто на глаз даже растянуть ее, потом приподнимем. Желательно все эти размеры выставлять здесь, в модификаторе, для точности. Теперь можем клонировать эту же дверь и сделать, исказив ее пропорции, из нее крылечко. Два метра, слишком широкая, достаточно. Теперь нам нужно сделать крышу тоже, чтобы было проще. Мы копируем сам дом, он у нас высотой 4 метра, просто делаем высоту от земли 4 метра. Извиняюсь, дом у нас 3 метра. Вот так.
Теперь применяем модификатор Edit Mesh. Точки. Берем две точки через Ctrl и двигаем на 0. Выбираем здесь 0. Аналогично берем две других точки. Тоже двигаем на 0. Получилась такая крыша. Крыша довольно-таки неказистая. Сделаем ее пониже. Выделяем все эти точки. И опускаем. Также переходим обратно в эту вкладку. Нам можно сделать ее пошире. Вот на что-то уже похоже. Таким же образом можно сделать шифер. На дом. Клон. Копий. Делаем толщину. Допустим, 0,1. Многовато. Могу убавить. Инструментом поворачиваем. Переходим сейчас для удобства просмотра, опять же, в одну из двухмерных проекций. Вот видим наш шифер. Сдвигаем его немного. Уменьшим длину. На глаз так вот вытягиваем. Шифер, чтобы крыша не мигала в игре, тоже нужно немного отодвигать самой крыши. Клонируем эту часть крыши. Вот примерно так. Переходим обратно в трехмерную проекцию. Что мы имеем? По сторонам шифер можно тоже немного выдвинуть. Выделяем один, через Ctrl второй. Смотрим. И просто его немного вытягиваем. Вот у нас получился такой двухоконный, однодверный, с крылечками шифером, пока еще не затекстуренный домик.